Желаю вам успеха, в добрый путь. И встречаемся в Беларуси у кургана боевой славы. Здравствуйте. В этот замечательный день мы собрались здесь. Ваш велопробег очень важен, особенно те патриотические акции, которые у вас запланированы. И свеча памяти, и митинг, и посещение мест захоронения наших героев Великой Отечественной войны. У наших братских народов есть особый фундамент. Это наша общая история, наши общие победы, наши общие боли, наши общие печали. И я надеюсь, что именно в этот период времени, именно такими событиями мы станем еще ближе, плечом к плечу, перед теми вызовами, которыми нам сегодня бросает Европа и Америка. Но велопробег — это не только патриотический пробег, это еще и пропаганда здорового образа жизни, пропаганда экологически чистого транспорта велосипеда. Тот большой путь, который вам предстоит пройти по городам Беларуси и России, не для каждого будет легким. Здесь все велосипедисты с разной подготовкой, но я хочу сказать, что победили уже все те, кто сегодня находится на старте. 4 дня на территории России, 4 дня на территории Беларуси. Ну вот, собственно говоря, Смоленск старт дает этому мероприятию. Так, ну, из крупных городов, вот Великие Луки мы будем. На обратной, на белорусской стороне, это, естественно, Витебск, Орша. Ну, а окончание будет проходить на памятнике под Минском, посвященном Великой Победе. Как правило, велопробег данный проводился всегда в мае. А в этом году вот так мы решили провести этот велопробег в сентябре. Ну, не случайно, потому что буквально совсем скоро мы будем праздновать 25 сентября именно в Смоленске, освобождение Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Ну и плюс решили провести вот в таком формате, попробовать, чтобы это после лета уже было проведено. Давай, давай.